Для Натальи Дмитриевны использование препаратов Диспорт для коррекции, опять же, верхней трети лица. Это морщинки в области межброви, прежде всего, коррекция небольшой в области лба, наружных углов глаз, то есть латеральных углов глаз, спинки носа. Обязательно небольшое расслабление мышц в области верхней губы для коррекции гипертонуса и небольшая коррекция гипертонуса мышц в области подбородочка. Все это выполняется препаратом Диспорт. Для коррекции носогубных складочек, губоподбородочных складочек, увеличение объема губ, использование препарата Филорга XSH3. Для коррекции слезной борозды, для увеличения небольшого объема, может быть, щечек, использование препарата Филорга Волюм.